Рипли из «Чужого 3». Ну ты старпёр. А фейковый смех сквозь настоящие слезы. Зови Ицезвана. Идете в ресторан? Утреннее старпёр-меню? О, а чем плохо кушать до заката и экономить деньги? Но нет. Тип, который из-за вас ушел, украл мою женщину. И вы мне поможете ее вернуть. Уэйд, ты что ли? Да, это я, Дэдпул. С предложением, от которого ты не сможешь отказаться. Я тут подожду. Такой большой дом, а видно только вас двоих. Как будто студия зажабилась вкинуть еще людей X. Вот поэтому я и считаю, что фильм «Кокон» — это натуральная порнуха. А кто этот блескучий? Блескучий? Но смертоносный. Мой друг с хромированным членом согласился выручить, если я подумаю вступить в его бойбенд. Это не бойбенд. Как скажешь. Ах, ну что, как там на любовном фронте? Я крепко держать, мистер Пул, но банду хитроумнее и красивее меня. Ну, как по мне, так и ты, милаха. Да, Пиндер? М? Это что было? Это просто... Банду лежит в багажнике. Бан? Кто? Мой соперник-разлучник Банду лежит связанный. Я делаю, как вы и сказали. Разделаю его, как рыбу тандури, и брошу скелет к порогу Гиты. Я его такому не учил. Ни в коем случае. У нас явно трудности перевода. Допиндер — это не способ отвоевать сердце Гиты. Я так тобой горжусь. Высади бедолагу бережно и уважительно. Убей его. А потом срази Гиту старым добрым мальчишеским обаянием. Похить ее. Ему конец. Оу! Опять дадите краба? Для тебя? Сразу двух. Ну что, народ, на выход менять мир к лучшему. Но ты его все же. Да. Покажите им, где крабы зимуют. Пора сворачивать стеганые чимичанги. Нечасто выпадает шанс поквитаться с ублюдком, который сделал тебя уродом, украл твою женщину и устроил 4 из 5 худших моментов в твоей жизни. Скажем так, сегодня для меня наступило Рождество. Getting bigger.